Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1311. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Затормозить, кому хочется просчитать. Никак не веду и все. Что делать? Каким образом сделать, чтобы видно было нормально? Считать. Прибавляю, убавляю. Вот что писали. Просто просчитывайте. Затормозите, можете считать. События дня прошедшего. С утра попросил братьев Сергея Пупкова, Галиндухина Владимира Юрьевича втроем поехать на второй мостик, и там есть отрожек, которым никогда не ловили, и там второй год только вода из-за того, что плотину подняли. Ничего у нас не получилось, потому что дно оказалось сильно заилено, и там росла сока камыши, они погибли, и ну, грязь и мусор. Ну и вот подумал, дома поговорили, что лучше сделать, как они думают. Посмотрели, раз ничего не получилось, и все. И нет, не пойдет так. Когда обратно ехали, увидели, через первый мостик переезжать затруднительно. Машины на колесах выносят много воды, и дальше размокает и земля. Надо в колею наложить кирпича. И это давай делать коврики резиновые. Сергей вытащил два. Это сделали. А надпись здесь, не знаю почему, попадала влага, видно, и высохла вся. Написано «дно каменистое дно». Попросил Надежду Васильевну писать. Сел на велосипед, скорее туда и заменил. Заменил, а в то время дождик пошел. Я от него заморосила. А в это время там вверху, видимо, другое движение облаков навстречу идет с дождем.
я не упал, ничего, с инструментом был. Весь до нитки, кажется, промок, вернулся. Давай переодеваться. И когда разобрали, что я предложил выкосить берег, он весь в зелени, камыши, травы. Так, сделать грабли, длинные ручки, особые такое, чтобы длинные были зубья. Это начали все делать, искать, нашли. Сергей Павлович помогает воробашу, и там на сварке уже работает. Вот, и сварил. Уже два видел я, третий грабли. Теперь туда надо все отвезти и с берега доставать, ну, метров, еще метр четыре, а то, может, и больше на берег подтаскивать мусор. А дальше на середине, на ширина-то там метров 40, ну, может быть, 30, не знаю. Это лодку надо взять с собой резиновую, и там скрести днище и нырять, захватывать охапку и в лодку. А в лодке, а лодка просто так, потому что там не глубоко, ну, по грудь. И к берегу, и дальше выкидывать на берег подальше. Весной поднимется вода, иначе все опять туда. Вот так вот. И уже 36 метров с Володей прокосили. Осталось еще 180 метров берега. 180 метров. Косить. Литовкой. Косой. Ну, а дальше уже видно будет при хорошей погоде. А сегодня, а следующий день, сегодня, вот у нас 20-е уже. Это за 19-е отчет даю. Я маленькие грабли взял, попробовал. Все там рядом с берегом, надо дальше. И вот уже ручки длинные приделали. И будем таскивать. Как получится, Бог его знает. Долго искали разные на зубья проволоку, ходили везде по-старому к Павловой усадьбе, когда-то, где Никита жил, нашли, нарезал Володя болгаркой, отвезли. А Игорь, получилось так интересно, и договорились, как новая работа, они начали фермы ставить, поднимать. И в это время мне кто-то звонит, что-то там такое, обязательно не забудь захватить камеру. Помянул барабаша, Сергей, ничего не пойму. Я понял, где-то кто-то застрял, может, один из фермеров, и нужен Игорь, и что там, на чем он ехал. Я приехал, а Игорь смеется, да это Сергей звонил с телефона Иосифа Устинова, чтобы захватили камеру снимать. О, вчера вечером, гляжу, уже 14 ферм поставили, все это снято будет, интересно. Опасно, крайне опасно все это делается на высоте. И, ну, только одна шевелится, все 14 ферм полетят сразу. До вечера этим занимались. Вечером, видно, приехал Дмитрий Сорокин с семьей, но я уже рано отхожу. Ухожу вечером, надо помолиться, свои дела сделать, дневник заполнить. И не видел я, но думаю, он обещал приехать. Вот так. Вот событие. Получил человек мои книги. Вот. Пожалуйста, Бушила, Олег, вот он. Как красиво у него сосны стоят. Книги трехтомник получил. Довольный. Ну, а на наше, вот вчера кто же тут писал, тут такое писал, да даже не знаю, могу сказать, вот Ганган Владимир поймал, мир вам. Смотрел, как вы рыбу ловили в Потеряевке и поймал с Божьей помощью дикого сазана на
15 килограмм, 100 грамм. 15 килограмм. Вот так. Ну, у нас по 5 грамм рыба. 5 грамм, 6, ну, побольше некоторые. Вот так. Кроме того, вот у нас здесь... Сейчас я покажу мой мир. А вот в моем мире здесь я сообщение одно. Я не знаю, почему тут нету. Нету тут. На меня выходили почты. Сейчас посмотрю тут корзина. Тоже нету. Не знаю, тогда тут заходила Загуляева Галина, писала хорошо. Хотел ее просчитать. Это видишь, тут у меня настроено так, ни за что, туда не залезешь. Вот так вот перечисляю. Дроба, душа, Езра, Рахиль, Галина Загуляева. Мир вам. Дорогой Игнатий Тихонович, посмотрела видео с Виталием Калиниковым. Вы правы в каждом слове. Эти штанишки на моем сыне не отвлечение моды или подражание тем мужчинам, о которых рассказал моему сыну Виталий. И вы правы в том, что я больше не повезу своих детей в Потеряевку. В прошлом году это был Сергей Пупков, который воспитывал в кавычках за моей спиной мою дочь Ливию. В этом году Виталий Калиников, вы не в силах контролировать эти процессы. Дети никак не защищены от подобных случаев. Пишу это не в укор вам, никак не подумайте. Просто люди, которые приезжают к вам, берут на себя больше, чем им позволено. По своим силам, здоровье и возможность, я сама буду приезжать помогать. Но детей, думаю, больше не привезу. И дело не только в моем мнении. Супруг мой возмущен подобным отношением братьев. С духовной любовью и уважением к вам. Ну вот. Я как говорил, я говорю, что так все и случилось. Вот за не те штаны на нем надеты, начал там... Ну, нехорошее все это, ролик стоит этот такой. Так все и есть. Но я тому думаю, это все поправится, дети будут приезжать. Ну, не к тебе приехали, начинают командовать. Не люблю я это тоже. Вот здесь мы нашли. Вот. Все. Выходим, где у меня почта. Я не знал, где ее искать. И на этом все сегодня.